Привет, дорогие друзья! Сегодня я вам хочу показать Display Home. Сейчас пойдем посмотрим. Вот так он выглядит снаружи. Сейчас пойдем посмотрим вовнутрь. Я вам скажу, сколько он стоит. Все украшено. Вот первая комната, которая нас встречает. Очень красивая такая мебель. Все. Люстра, смотрите, какая красивая. Ну, конечно, мебель шикарная. Вот такая лестница. Это лестница на второй этаж. Значит, это кабинет. Очень много людей, которые интересуются этим домом. Мы тоже узнаем, сколько же он стоит. Так, здесь следом идет, смотрите, везде картины. Идет здесь туалет, просто туалет. Очень широкий такой шкаф, замечательный. Так, такая комната, family room. Здесь кухня. Специальная комната для хранения вин и всего остального. Она под лестницей находится. Кухня. Красивый такой дизайн. Техника вся здесь тоже. Такая маленькая комната. Очень хорошо, что здесь еще одна комнатка. И тоже она с плитой. Замечательно. Такие полочки. Очень классно. Классно. Мне очень нравится. Смотрите. Здесь на кухне. Так, мойка. Да, только мойка. Здесь вот такой большой стол. И здесь вот большое окошко, которое выходит на веранду. Видите, вдали там барбекюшница, но сейчас еще выйдем, посмотрим. И вот здесь еще, перед выходом покажу еще одну комнату. Очень красиво, очень все красиво, замечательно. Так, сейчас пойдем во двор. Вот выход во двор. Здесь терраса, столик со стульями, вот таким капитальным навесом. Тут же диванчик, тоже. В общем, такая большая территория для отдыха. Уже просто на свежем воздухе. На свежем воздухе. Так.
И вот это такая небольшая территория возле дома. Смотрите, фонтанчик. Очень оригинально. Трава здесь искусственная везде. Так, смотрите. Здесь я вам не показала. Вот такой тоже навес, но здесь тоже капитальное какое-то здание. Смотрите, все под капитальным таким навесом. Можно сказать, часть дома, которая просто без дверей, свободный вход, такие полы. Это под мрамор, я не знаю, камень, наверное, какой-то, я не разбираюсь. Так, это барбекюшница, это стол уже разделочный, это барбекю с умывальниками, со всеми. Конечно, шикарные, шикарные, ничего не скажешь. Шикарно. Народ тоже удивляется, всем нравится, я вижу, что такой домик. Здесь что у нас? Территория возле дома, кондиционеры. И здесь вход в это помещение. Ну-ка, пойдемте посмотрим. Так, туалет. Туалет здесь. Ага, и душ. Даже душ. Здесь тоже душ. Можно даже не идя в дом. Вот здесь будет бассейн. Вода еще не налита. Смотрите. Здесь бассейн огороженный такими стеклянными дверьми. И сразу здесь за углом туалет и душ. Очень-очень-очень продумано, конечно, все. Молодцы. Вернулись мы с вами. И теперь пойдем на второй этаж. Пойдемте на второй этаж, посмотрим, что там. Конечно. Лестница выполнена из камня. Очень, конечно, дорого все. Видно, что дорогой дом. Так, дальше смотрите. Первое, что у лестницы, мы видим комнату. Тоже комната отдыха. Небольшая комнатка, но очень такая, конечно, уютно сделана. Конечно, вся мебель, она дизайнерами. Все предусмотрено, все разработано. Весь дизайн, конечно, профессиональный. Так, здесь спальная комната. Вот так. Такая люстра. Небольшая спальня. Только кровать и две тумбочки. Дресс-рум. Такая она небольшая. В принципе, полочки и отделение. Но с этой стороны тоже есть для одежды. Такая полка с, как она называется, вот это, для вешалок. Так, а здесь сразу выход в ванную комнату. Здесь сама ванна и душевая кабинка. Так, а здесь туалет. А здесь вот ряд таких оригинальных светильников. Красиво. Так, здесь еще одна спальная комната.
здесь уже. То же самое здесь, видите, одно кресло, кровать с двумя тумбочками. Но здесь уже шкаф. В самой комнате вот такой зеркальный шкаф. И второе отделение. Полочек как таковых нет, только одна вот полка. Так, пойдемте дальше. Так, кстати, здесь еще на переходе вот такой шкаф с полками. Знаете, я просто обожаю вот эти шкафы для каких-то домашних вещей. То есть все аккуратно сложено, все аккуратненько, никакого хлама в доме, ничего. Так, теперь пойдем вот сюда. Здесь еще одна спальная комната. Люстра тоже оригинальная. Конечно, дизайн продуманный. Телевизор в спальной комнате. Вообще, конечно, у нас тоже телевизор в комнате, в спальне. Но это не есть хорошо. Потому что все равно от телевизора идет излучение. Вот так выглядит, значит, спальня следующая. Две двери. В одной вход в дресс-рум. То есть все так очень аккуратненько, симпатичненько. Как я люблю вот эти комнаты для одежды. Особенно, когда в них есть и полочки, и все, и ящички. Это просто прелесть. Я думаю, каждая женщина любит вот такие комнатки. Там, где аккуратно сложена одежда, где все развешано по местам. Это очень важно, чтобы был порядок. С другой стороны тоже дверь, то же самое. Интересно, они... Нет, это разделенная. То есть два входа с перегородкой. Вторая дресс-рум. Комната для одежды. Так, а здесь сразу же без дверей. Конечно, мне кажется, без дверей не очень удобно. Вход в ванную комнату. Смотрите, как красиво здесь все. Все в зеркалах. Вот такая мебель. Красивая. Вот мечта женщины любой. Специальное место, где женщина может приводить себя в порядок. Здесь, видите, здесь умывальные чаши, все для умывания. А здесь специальное место для хозяйки дома. Для хозяйки дома. Так, здесь у нас что? Здесь, посмотрите, с двух сторон можно зайти. Ну, что сказать. Почему-то они не разделены, ничего. Просто два человека могут одновременно принимать душ. Для меня это не совсем как бы приемлемо. Вот туалет еще. Мне кажется, что здесь не совсем это удобно. Не знаю. Два человека одновременно принимают душ. Ну, как-то не совсем. Так, вот так выглядит. И то, что нет, вот такая красивая панель, конечно. Все зеркальное. Над ванной здесь вот такая красивая панель. Но то, что нет дверей, конечно, это немножечко как бы неудобно. Потому что, во-первых, весь пар с ванной комнаты тоже будет везде. И если один человек решит принять душ, то второй, если он спит, он обязательно проснется, потому что дверей нет, все будет громыхать, все будет.
слышно. Так, значит, здесь раз, одна спальная комната, вторая. Здесь третья, вот где мужчина стоит, третья. И четвертая, то есть четыре спальни наверху. А здесь еще один, вот такой шкаф замечательный для того, чтобы... Что здесь хранится? Ну, это замечательный, да, шкаф такой, чтобы хранить какие-то вещи, одеяло, может, какие-то подушки лишние, или я не знаю, даже для домашних вещей. Вот большой шкаф. И вот еще больше. В общем, классно. Вообще, все продумано. Четыре спальни наверху только. И внизу. Сбилась со счету, честно говоря. Здесь кабинетик, пока никого нет. Сниму вам еще раз, покажу кабинет. Все, конечно, классно. Дом. Сейчас пойду спрошу, сколько его стоимость, какова его стоимость, и скажу вам. Внизу здесь, смотрите, сколько, это family room, там еще одна гостиная, значит, здесь туалет, это кабинет, и вот здесь еще гостиная комната первая. Так, а что здесь? Здесь вход в гараж, наверное, все-таки. Да, здесь вход в гараж. Выход. И лифт. Лифт. Это лифт на второй этаж. Вот там он. Вот так, друзья мои. Такой замечательный дом. Вот сейчас. The land of the house. Oh, everything, everything. Well, everything is 3.2 million. 3.2. With land, with everything. Ага. Такой дом стоит 3,2 миллиона долларов. Австралийских, конечно. То есть в эту стоимость входит стоимость самого дома, стоимость земли. Но без мебели, без ничего. Пустой дом стоит 3,2 миллиона долларов австралийских. Вот так, друзья мои. Да, такой дом, конечно, мечта. Мечта. Все, на этом прощаюсь с вами. До новых встреч.